Улыбаться во весь рот, не стесняясь обнажать красивые ровные зубы, желание всех людей. Кривизна и неправильный прикус до недавнего времени исправлялись только с помощью брекетов. А вот теперь на страже эстетики, простоты и удобства Invisalign – революционный метод ортодонтического лечения. Я просто в восторге. И есть от чего носить в течение нескольких лет ужасные брекеты. Денису, как и всем молодым людям его возраста, не доставляло радости. Другое дело прозрачные капы, элайнеры, съемные и практически незаметные. Трудно поверить, но они дают потрясающий эффект. Капы абсолютно прозрачные. Их прозрачность и невидимость делает их намного выше по эстетическим показателям, нежели брекеты. А за счет того, что они полностью компьютерно компьютеризированы и производятся по точному компьютерному расчету, дискомфорт от их ношения минимален. Делаются они сугубо индивидуально, строго для пациента и для каждого определенного случая. А как известно, лечение, которое направлено на индивидуальность, то есть не на которое на планово, а которое именно для каждого человека конкретного случая, дает гораздо более оптимальные результаты. К тому же сроки лечения методом Invisalign сокращены в разы. Средняя длительность – 10 месяцев. Что касается материала, из которого изготовлены капы. Капы Invisalign делаются из термопластичного биоматериала, который, как правило, в очень редких случаях может давать аллергию. И такие случаи еще пока не зафиксированы даже. Сравнимы с брекетами. Брекеты сделаны из металла, которые, естественно, не дают никакой эстетики. Также мешают очень сильно, травмируют губы, щеки, доставляют большой дискомфорт пациенту. С капами такого не происходит. Всем, кому приходилось носить брекет-системы, знают, как утомительно и долго проходит процесс гигиены. С капами все иначе – быстро, удобно и безболезненно. Если же пациент не справляется с гигиеной, то высока вероятность того, что после того, как он снимет брекет, ему придется обратиться за лечением зубов. С капами такой проблемы нет, потому что всю гигиену пациент проводит в привычном для себя состоянии без какого-то ортодонтического аппарата. То есть капа снимается, проводится гигиена, затем капа одевается вновь. Ну, мое главное преимущество это в том, что эти капы, они совершенно безболезненны и совершенно не идут на зубах. У меня есть много друзей, которые жалуются, то, что у них постоянно возникают проблемы с очищением брекетов. У меня таких проблем не возникает, потому что я просто их чищу зубной щеткой, впрочем, как и зубы. Днем и ночью элайнеры исправляют зубы незаметно для окружающих, а порой и для самого пациента. Инновационный метод Invisalign, рожденный в Америке в 2001 году, стал главным оружием ортодонтов всего мира. Invisalign – правильный выбор для лучшей улыбки в стоматологической клинике «Радикс».